Закрываю глаза, падаю.
человека или как у нас с тобой рука. Что смогу счастливой стать? Мы с тобой, у обоих больше нет сил, мы как вино.
Thank you.
люблю. Как настроение, ребят? Хорошие! Какие новости у вас? Да, Лили, я вас вижу и слышу. Я все вижу, что вы ко мне показываете. Машете своими красивыми руками, напитками, которых я не могу выпить до конца концерта. Знаете, сегодня в зале очень много важных для меня людей. Это вы мужчины тоже, кстати. Я очень благодарна, что здесь очень неожиданно, очень весьма. Ей не надо вина, уже есть опытные зрители в зале, которые, так сказать, не боятся цензуры и администрации. Какое счастье, что пятница, администрация, она закончила рабочий день. Мы можем здесь выпивать, танцевать, хулиганить, только не драться. Меня просили, чтобы драк не было. Будем дальше концерт играть или по домам? По домам что? Дома жены, дети. Кофе дома, алкоголь. Я не выполнял.
Oh,
сердце, сломался в сумке, но стоит на стены мои, да и то не спеша. Чувствуйся собой, да, свет, почему моя пустота? Знаешь, выключаю режим, но как тебе владею так многим, но не собой, слишком больно собой. Встречаться, встречаться. Не хотела.
чем голая. Здесь в зале есть люди, которые очень любят эту песню. Как дела? Вы уже выпили? Выпили, да, смотрю, выпили все, да? Хорошо. Классно вам. Oh,
прощу, благодарю.
Thank you.
не побіді, а в чувства проіграв, проіграв. Боже! Який ти прикопав! Як діла? Пацани, як діла? Що нового? Сергій, я ж вам скажу, випили. Як приємно, коли це робить дівчинки. Може, вас заслалась? Спасибо, что пригласили. У меня сюда заслуга небольшая. Спасибо. Подождите, господи. Это песню написал мой друг. Он сейчас здесь, он не часто ходит на мои концерты, потому что он известный актер, телеведущий. Давай сюда на телефон, короче. Ребята, сегодня в гостях мой друг. Сергей Аршавин, он автор этой песни, которая называется «Кошка». И он написал его с таким старым делом. Сейчас послушайте текст, если поймете сами. Сережа, я тебя очень люблю. Подожди, пожалуйста. Я хочу, чтобы тебе спеть, давай.
Останься только со мной. Не отвечай на звонки. Языком ты все твои поступки. Привет, меня Лена зовут. Тебя как зовут? Марина.
Сколько тебе уже стукнуло? 5 лет. А чем ты занимаешься в свободное время? Танцами. Ты посмотри, какой народ пошел. У меня тоже сын есть. 2 и 5. Я ничем не занимаюсь. Поэтому ты большая молодец. Сыни маму и все, что она для тебя делает. Поверь, это так тяжело, коллеги. Не хотела, нормально. Вы не хотела, понимаете, но посадили мне детей. Спасибо, что пришли, я очень рада вам. Спасибо, что привели подрастающее поколение. Ни мужа, ни брата, а детей. Спасибо большое. Спасибо большое. Мужчина кто? Мужчина кто? Это не мой мужчина, мы же все с ним говорим. Я тебя очень рада видеть.
Я ваша любовь.
мужчины, какой вы красивый. Какой вы женатый. Самые смелые мои пацаны, с которыми я работаю бессменно, это Илья на гитаре. И я Тумунов. Покажи, что ты умеешь. Покажи, что ты умеешь. На гитаре. Ох, обожаю я Кабан, это лучшее. Это мои друзья, это Женя с Мифьюжем. Можешь показать, если ты умеешь? Нет? А вы знаете, этот мужчина, он, кстати, свободный. А как это твоя бабушка, посвятитель, ты пианист? Михаил Крапин! Так нельзя делать, я знаю, но я не могла держаться. Ничего, что ты мне что-то сделала. Я говорю спасибо огромное всем, нашему звуковику Виталию, который сегодня был замечательный звук! Спасибо большое! Спасибо. Я все чувствовала, что ты делаешь, мои мухи. И спасибо каждому из вас, кто провел сегодня это время. Надеюсь, это было не зря. Или зря. Нет. Или не зря. Нет. Не разбор свой почерк. Это было зря или зря? Нет. Спасибо всем большое. Надеюсь, у вас дома ждут шумы, мужья, коты, собаки, потому что нас ждут, и я поехала. Огромное спасибо. С вами была Лена Князева. Выходим в последней песне. Спасибо большое, друзья, спасибо за все. Увидимся в конце. Ладно, я дам вам спасибо. Всех с ног ломаю. Забери меня домой. Забери меня отсюда. Забери меня домой. 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 Какой раз мой вид. И словно не пиши. Спасибо за то, что ты такой великолепный. Спасибо тебе за все.